Здравия желаю. SRM-168L. Общая длина 198 мм. Длина клинка 86 мм. Толщина клинка 3,1 мм. Сталь D2. Твердость 59,61 единица. Рукоять G10. Замок MB-Lock. Вес 113 граммов. Произведен нож в Китае. Нож презентовали совсем недавно, весной 24 года. Производится он в двух вариантах, такой как у меня, и с темной рукоятью и полностью светлым клинком. И что интересно, та версия стоит на $5 дешевле. И почему он мне стал интересен? Во-первых, у него не используется рамная конструкция, как в последних ножах SRM. И также здесь нет подшипников, а имеются металлические шайбы. Клипса у ножа стандартная для SRM, переставляемая на обе стороны. Достаточно здесь сдвинуть усики, вытолкнуть ее и переставить на противоположную сторону в этот паз. Клипса держится у ножа плотно, хорошо. Ее даже, чтобы ставить, нужно так небольшое, даже довольно большое усилие сделать, чтобы туда ее запихнуть. И она от нажатия не выскакивает пальцем, сидит там добротно, хорошо. Клипса покрыта черной краской. Пока вот за непродолжительное время носки еще ничего у меня не облезло. Глубокой посадки, на карман залетает отлично, снимается с кармана тоже хорошо, хоть насечка на рукояти имеется, но она не агрессивная. Клипса примерно средней жесткости. И рукоять поближе. Имеется также темлячное отверстие, я даже не буду показывать, как сюда проходит паракорд, потому как и так понятно, что его там хоть в 4 слоя можно пропихнуть. Как и говорил, насечка есть, она небольшая и она нормальная. Такая средняя, скажем так, может даже чуть лучше средней. Палец цепляется за нее, нет какого-то проскальзывания, но она не супер агрессивная. Рукоять обычная, простая, не вычурная. Имеется небольшая подпальцевый упор, который нормально, в принципе, сдерживает палец от соскальзывания на режущую кромку. Нет никаких выемок, ничего остального прочего. И, казалось бы, она будет очень удобной, но это не совсем так. Здесь имеется грань, довольно, вот ее видно, такая довольно серьезная. Как сверху рукояти эта грань имеется, так и снизу, вот в этой части. И во время работы, именно во время тяжелой какой-то работы, вот строгания каких-то твердых пород древесины, наминает руку хорошо. Я работал левой рукой, вот у меня даже мозоль остался, и он был не только на руке, на ладони, а еще практически по всей длине пальца, на мизинце. Поэтому, если нож этот вы рассматриваете для каких-то работ, как рабочий нож, то рукоять после приобретения нужно сгладить наждачкой, эти ее острые грани. А так, рукоять нормальная, удобная. Никаких нет упоров, ничего, можно взяться максимально близко к клинку, максимально разными хватами и выполнять различные манипуляции ножом. Разборка еще будет, ну а пока можно заглянуть внутрь через эту рукоять. Видно, что лайнеры слегка облегчены. И вот такой момент, видно, как торчат эти пружины замка. Ну как бы на работу это не влияет, но такое, да. И вот посмотрите, обратите внимание на шайбы. Они уже отсюда, видно, как они блестят, толстенные, здоровенные шайбы. При разборке это будет видно еще лучше, и они меня прям впечатлили. В рукояти имеется бэкспейсер также из G10, почти наполовину длины рукояти. Всего лишь два винта ее скрепляют, плюс осевой. И как бы если вот сжимать, то ну немножко она так сжимается, эта рукоять. Но, естественно, при работе это никак не ощущается. Во время работы, когда вы сжимаете нож в руке, никакой хлипкости здесь нет. По жесткости тут все отлично. И немного коснусь клинка. Имеется насечка на обухе в его начале. И она такая нормальная. Не выдающаяся, но и палец прям туда так не проскальзывает. Нормально он задерживается, цепляется за эту насечку. Раскрытие происходит за шпенек, фаска у него немного снята, шпенек двухсторонний, и как шпенек, как клипса, так и вообще нож подходит очень хорошо для левшей, для правшей. Раскрывается удобно, нормально, но выстреливанием, скажем так, не супер, механика не супер какая-то идеальная. Я его уже перебирал во время разборки и смазывал, и, кстати, он стал лучше работать. В начале с завода здесь идет много густой смазки, опять же, это все будет видно, и она только мешает. Замок аксис-лок, складывание ножа нормально, удобно. Штифт замка выпирает над рукоятью, также на нем имеется небольшая насечка.
с помощью которой удобно его отдвигать вниз. По раскрытию и складыванию вопросов у меня нет никаких. Как и по надежности замка, в принципе, что мне нравится, это упорная бонка. Посмотрите, какого она размера, она такая нормальная, она даже больше среднего размера. Если сравнить ее со Spyderco Tenacious, то она будет крупнее. У ножа имеется небольшой люфт, как вертикальный, так и горизонтальный. Я пробовал подтягивать осевой, затягиваю сильнее, клинок уже плохо падает. Чуть-чуть ослабляю, люфт этот имеется. Он совсем незначительный, никак это на работоспособность ножа не влияет. Форма клинка максимально удобная, рабочая, подходит для большинства работ. Имеется небольшое брюшко, но не прям уж ярко какой-то выраженное, кончик задрот не сильно, поэтому им удобно как и резать что-то, так и протыкать. Обработка здесь, я так понимаю, сатин после полировки, потому как в клинке довольно хорошо все отражается, но и виден сатин. И такой небольшой минус, может для кого-то будет значительный, на нем остаются отпечатки пальцев и всякие следы от работы, он постоянно загрязняется. А темная его часть, я так понимаю, что это Stonewash. С одной стороны видим название марки, и с другой стороны название модели и также марка стали. Подводы у клинка по своей ширине плюс-минус равномерные. Придраться тут, скорее всего, не к чему. И что мне нравится здесь, это заточка. Ну или как он, как клинок заточен, или вернее, как он сделан, он хорошо режет. Вот прям вот хорошо, добротно, отлично. Из коробки его не нужно ни перетачивать, ни править, ничего делать. Нет никаких чойлов, шпинек находится максимально близко к рукояти, и длина клинка используется по максимуму. Хоть длина и 86 мм, но хватает для большинства работ. Разве что, если будете разрезать какие-то большие продукты, то да, там может его немного не хватить. И как клинок работает, мне очень нравится. Он очень хорошо врезается в древесину и также хорошо нарезает. Но единственное, повторюсь, это рукоять. При какой-то уж очень силовой работе, то она будет вам подминать. А так, рабочие характеристики клинка прямо на высоте. Кончик клинка я сильно толстым не назову, но он средней толщины и нормально может выдержать какую-то небольшую нагрузку. Также он отлично проникает, протыкает различные материалы. Кому интересно, по ссылкам в описании будут все тесты этого ножа. Для разборки потребуется Torx T6 для винтов рукояти и Torx T8 для осевого винта. Втулки в рукояти с антипроворотом, вот за это респект. Осевой винт выкручивается прям жестко, нужно прикладывать усилия. В осевом узле и в районе упорной бонки много густой белой смазки. И вы только посмотрите на эти толстенные и большие шайбы. Просто царские. И нож в разборке мне понравился, именно его внутренности. Крепкий, добротный, особенно впечатлили шайбы. Я реально таких шайб еще не видел. Единственное, это старый Cold Steel American Lawman, там они еще больше будут в диаметре. Но такие толстые шайбы встречаются очень и очень редко. И еще во время сборки, ну хоть это Axis Lock, я не люблю их собирать, это довольно так, не скажем, не совсем просто для меня. И я во время сборки поменял местами, получается, наверное, да, осевой со втулкой, они стояли наоборот. Также эти бонки с винтами поменял местами и лайнеры. Когда уже собрал нож, я понял, что лайнеры я поменял местами, изнанку наружу, получается, поставил. И это не играет никакой роли, все работает отлично.
И после того, как я убрал смазку, эту густую белую смазку, непонятно, зачем они туда столько наваливают, я смазал обычным маслом для швейных машин, стандартное мое масло для смазки, и клинок стал отлично просто складываться. До этого он, ну, так себе, скажем так, хреновенько, механика была хреновенькая, сейчас намного лучше. Также понравилось, что в клинке, именно в осевом узле, много мяса, много металла, никаких лишних отверстий нет. И втулка, как осевой винт, так и осевая втулка, они крупные, большие. И несколько ножей для сравнения. SRM-9201 Victorinox Sentinel. Spyderco Tenacious и Enduro. Cold Steel Recon 1 Pocket Bushman. И что мы в итоге имеем? Небольшой, добротный рабочий нож. Я именно рассматриваю как не аксессуар какой-то, не ножичек, чтобы поклацать и DC-шник, а именно рабочий нож. И по своим основным характеристикам он очень схож со Spyderco Tenacious. Как по общим габаритам, по длине клинка, толщине, разве что разнится сталь. И я считаю SRM-168L очень неплохой альтернативой Spyderco Tenacious. Кому больше подходит Axis, а не Liner Lock, и шпинек, а не отверстие для открывания, то очень рекомендую рассмотреть к приобретению. Даже формы клинка они немного схожи, у обоих она листовидная, но если не считать, конечно, вот этого горба с отверстием у Spyderco. Ну а на этом все, конец связи, Коржик идет домой. Идем домой. Идем.